Kimitsio te tsetora, Kimitsio te tsetora, Udevaradonai Mierushalayim, Baruch Shenatan Torah Torah, Baruch Shenatan Torah Torah, Le'amo Israel B'kedushato. Шаббат шалом, драгоценная община. Приветствую вас в Доме Божьем. Давайте встанем перед молитвой, перед чтением Торы. Барухата Адонай Элогену Мелех Аолам, Ашер Бехабану Миколь Гамим, Внатан Лану Эт Торато, Барухата Адонай Нотен Хатара. Благословен Ты, Господь наш, Владыка Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амен. Прошу садиться. Сегодня мы рассматриваем очередной раздел Торы, который называется Китеце, когда выйдешь. Имеется в виду, когда выйдешь на войну. Мы в дальнейшем посмотрим, что это обозначает. Это главы книги Дворим или Второзакония, 21 глава, 10 стих, до 25, 19 стих. И в этом разделе говорится о некоторых законах ведения войны, о том, как поступать с буйными и непокорными детьми, о некоторых заповедях, которые являются примером, как проявлять любовь к ближнему, о защите жены от ложных обвинений, наказании за любодеяние, закон Моше о разводах и многие другие предписания. Конечно, для меня было удивительным, но толчок и определенный подход к сегодняшнему комментарию я получил из Фейсбука. Ну, раньше у меня как-то это не получалось. На проповедь, может быть, но на комментарии Торы как-то не получалось. Фейсбук, он далек от комментариев Торы. Последнее время я туда редко хожу. Ну, меня, может быть, по возрасту немножко напрягают часто появляющиеся фотографии сестер в прекрасных платьях, с прекрасными прическами, на фоне прекрасных цветов или прекрасных видов. И почти обязательными словами, ну, такими духовными комментариями. Типа «Бог прекрасен» или «Бог сотворил прекрасный мир». Но в целом ты понимаешь, кто на самом деле, значит, здесь прекрасен. Или вдруг Facebook подбрасывает открытку какому-нибудь брата с интенцией типа «закон – ничто, благодать – все». Ну, в утрированном виде. И, во-первых, не совсем понятно, что брат имеет под словом «закон». И вообще, понимает ли он, что это такое. А во-вторых, вызывает удивление, почему у него не возникает когнитивного диссонанса от слов Господа в Иеремии 31:33. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет. Но вот завет, который я заключу с Домом Израиля после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой, имеется в виду Тору, во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Согласно этих слов Господа, оказывается, что содержание будущего нового завета, который Господь даст через какой-то, ну мы знаем, через сотни лет, с Израилем, завет с Израилем, будет запечатление закона Торы, включающий и закон Моисеев, на сердцах людей, чтобы он стал сердцевиной сущности израильтян. И тогда не совсем понятно, когда люди говорят, закон – это ничто. А зачем его тогда Господь мечтал, можно сказать, записать на сердцах людей, ну, своего, на сердцах своего народа? Да и сам Иешуа, он говорил, что он пришел не нарушить закон, ну, в контексте это больше поднимается Тора, включающий закон Моше, но исполнить до йоты, то есть до самой маленькой черточки. Ну вот на днях я вдруг увидел у одного брата такую мысль, дословно. В Новом Завете мы исполняем не 613 заповедей, но 613 Божьих принципов, запечатленных в 16 заповедях. Ну, не знаю, как для вас, но для меня очень красиво. Я сказал, вау, ну круто, круто. Ну не потому, что я этого не знал. Ну и я, и другие комментаторы, которые мы постоянно об этом говорим. Но вот в связке с 613 заповедями, ну звучит как-то особенно красиво и, ну, правильно, и глубоко. Итак, я просто повторю, чтобы мы насладились еще раз, как бы, этой мыслью. В Новом Завете
мы исполняем не 613 заповедей, но 613 Божьих принципов, запечатленных в 613 заповедях. Ну, мне могут возразить, ну и что, и левератный брак тоже мы должны там что-то исполнять? Я отвечу, не левератный брак, а принцип левератного брака. Когда жена умершего брата должна быть взята в жены другим братом, чтобы родившийся сын уже от другого брата был назван именем первого умершего брата. И имя умершего сохранилось. В этом принцип. Господь нас, Он не хочет, чтобы наши имена, ну, чтобы имена людей, они канули в лету куда-то, чтобы их забыли. Бог хочет, чтобы наши имена, они хранились, чтобы наши имена, они шли от сегодняшнего дня в вечность. А в дальнейшем написано, мы получим новые имена. Аминь. Это хорошая новость. Ну и не только левератный брак, там что, и там и у нас вот ослов нету, а там предписано там осла тащить из ямы, если он туда упадет, или там, если он упадет нагруженный. Ну да, ну ослов может быть и нет, но помогать ближнему надо, и принцип этот остается и до сегодня, просто тогда он был такой, а сегодня другой, он по-другому выглядит, но принцип тот же самый остается. И так по каждой заповеди, которая дается нам в Писании, ну, в Торе. И с таким подходом я хочу прокомментировать один не самый вроде бы духовный отрывок сегодняшнего раздела Торы. Это Дворим 21, 10, 14. Ну, то есть это прямо с самого начала нашего отрывка. Давайте прочитаем. «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, на войну имеется в виду за пределами Израиля, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца свою и мать свою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоею женою. Если жена после этого не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее». Очень показательный отрывок в контексте моего комментария. Война, женитьба на плетнице из чужого народа, духовности как бы ноль, назидательности для нас, достигших последних дней, как бы тоже не очень много. Но попытаемся разобраться, в чем же здесь речь. Что нам Господь хотел сказать вот через века тогда? То есть понятно, что Он говорил тем людям, но одновременно, значит, Он говорил и нам. Израильтянам, согласно закону, запрещалась женитьба на рабынях из чужого народа, даже если они прошли процедуру гиюра. Еврей мог жениться только на еврейке, а еврейка могла выйти замуж только за еврея. Значит, этот отрывок говорит о неком исключении. Мне могут задать вопрос, а почему Бог допускает исключение? Я отвечу, потому что Он знает нас, человеков, и предвидит все возможные варианты поведения некоторых людей. Он знает, что большинство израильтян, израильских воинов, исполнит закон и не положит глаз даже на красивых пленниц. Но некоторые могут соблазниться, так как проявили себя героями на войне и считают справедливым распорядиться своей долей добычи. Тем более пленница им очень понравилась, написано, что она, ну, очевидно, красавица из красавиц. И в этом случае Господь считает нужным не ломать человека, ну, скорее всего, по контексту это молодой человек, об колено, но поступить с ним по-другому. Вот давайте мы посмотрим. Вот подход нашего небесного Отца в этой такой, ну, не совсем стандартной, исключительной ситуации. Вот написано, пусть она стрижет голову свою и обрежет ногти свои. То есть он приводит ее в дом и первым делом делает вот это. Другими словами, пусть она укоротит свою красивую прическу, потому что у нее были, очевидно, красивые волосы там, и красивая прическа, устранит маникюр, смоет подведенные брови, другой макияж, и, может быть, тогда она ему уже покажется не такой красивой. Дальше смотрим. И снимет с себя пленническую одежду свою, которая, скорее всего, подчеркивает ее красоту, а может и скрывает недостатки фигуры. Следующее. И живет в доме твоем, и оплакивает отца твою, и матерь свою, и в продолжении месяца.
То есть что по контексту мы видим? То есть целый месяц этот молодой израильтянин, пришедший с войны, будет смотреть на лишенную прически, плохо одетую и постоянно плачущую молодую женщину и разбираться внутри себя, насколько она ему такая нужна. А в это время и мама, и папа, и тетя, и дядя, и другая тетя, и другой дядя, и третья тетя, и третий дядя, семьи же были многодетными, и соседка одна, и соседка другая, будут, и многие родственники будут говорить ему все, что они думают о его решении, о том, как много девушек хороших в Израиле, и что у них все хорошие родители, хорошее происхождение. Еще повод задуматься. И после того ты можешь войти к ней и сделать ее мужем, и она будет твоей женой. То есть, если солдата ничего не убедило, и он настолько влюбился в чужеземку, что готов сыграть в жизненную рулетку, то пленница не против, да и пленница не против, и даже приняла гиюр, что обязательно, то воину разрешало жениться в порядке исключения. Но сразу же за этим следовало предупреждение. Если жена после этого не понравится тебе, можете быть уверены, что в большинстве случаев оно так и случалось. Почему? Потому что человека могли достать или ее скрытое идолопоклонство, или чуждые привычки, или непохожесть на окружающих женщин Израиля, или еще что-нибудь, или там ему принимали в других домах не так, с оглядкой на ее происхождение и так далее. Но в конце концов, что-то его могло достать. Но и в этом случае мужчина, то есть в случае развода, должен быть с уважением относиться к бывшей жене, не делать ей зла и позаботиться о ее дальнейшей судьбе. Какой Божий принцип или принципы мы можем извлечь из этого не очень как бы духовного отрывка Торы? Я не буду говорить обо всех, потому что здесь их можно много увидеть, ну, буквально парочку. Ну, во-первых, наверное, он подтверждает общее требование и Танаха, и Брит Хадаша совершать браки только среди Божьего народа. Исключение вроде бы есть, но результат какой-то стрёмный и чреват плохим исходом. Как-то, ну, это же видно из контекста. Во-вторых, хотя мы не ходим на войну, как израильтяне, и не берем в плен красивых пленниц, Бог советует в каждой жизненной ситуации, особенно связанной с молодыми людьми и с сильным чувством влюбленности, создавать такие условия, чтобы человек мог какое-то время находиться в таком отстраненном положении от ситуации и в ожидании, чтобы у него была возможность и время осмыслить ситуацию. В заключение я хочу сказать, что нечто подобное я не один раз видел в ходе своей жизни, ну, верующим, я имею в виду верующего человека. Например, в нашей общине я видел, как Ребе, разобравшись в одной ситуации, дал молодым людям испытательный срок перед женитьбой 2 года. Большой срок. Не могу сказать, что Ребе такой жестокий. Да нет, друзья, он просто мудрый Ребе. Вот, он хорошо знает Писание, он хорошо знает жизнь, и он знает, как созидаются браки. И в данном случае ничего трагического в жизни молодых людей не произошло. Они через определенное время, достаточно небольшое, нашли себе свои половинки, и они счастливы до сего дня. Слава Богу за них и слава Господу. И уже совсем в завершение. Если мы будем внимательно разбирать каждую заповедь, даже малейшую, вот как сегодня, ну, как бы не самую духовную, мы увидим, что в каждой из них скрыт принцип или ряд принципов, которыми нам следует руководствоваться сегодня. Это те случаи, о которых Иешуа говорил. Вы знаете, вы слышали, написано. Излагая свои заповеди, наш Господь десятки раз, я имею в виду Тору, Он десятки раз, это реально можете проверить, в конце, вот, излагая какие-то заповеди, в конце Он говорил, будьте святы, потому что я свят или я Господь. То есть, это означало, что если мы будем исполнять, значит, принципы, заложенные в этих заповедях, там или левератный брак, или там про ослов, или там про, ну что там, например, про проказу на доме там, или на одежде и так далее, если мы разберемся, что это обозначает, то это приблизит нас к святости Божьей. И то есть через это Бог учит нас своему мышлению и своим поступкам и до сего дня. И да будем мы благословенны в этом обучении, и да прославится наш Господь в нашей жизни. Барух Ашем.